И прежде чем мы пойдем дальше, прежде чем мы перейдем к другой теме, я хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы или замечания по тому, что мы только что с вами обсудили? Я знаю, что эта тема сложная. Аргумент, который приводят сторонники теории представительства Адама, непрост. Но, как мы с вами показали, этот аргумент основывается на неверном допущении. И в этом можно убедиться, внимательно изучив сам текст. Да. Мы знаем о том, что Бог справедлив. Люди наказываются за то, что они совершили. Я знаю, что мы будем далее изучать доктрину о спасении, но все-таки хочется сейчас вас спросить. Если от Адама до Моисея закона не было, и грех людям, жившим в это время, не вменялся, то что происходит с ними после смерти? Наследуют ли они вечную жизнь? Те люди, которые умерли и при жизни не имели взаимоотношений с Богом, такие люди в итоге окажутся в озере Огненном. Те же люди, которые имели взаимоотношения с Богом, после смерти окажутся на небесах, где будут ожидать сотворения нового неба и новой земли. Вот помните, о каких людях идет речь. Мы говорим о людях, подобных Аврааму, Исааку, Иакову. Мы говорим о Лоте. Сюда также можно отнести и Ноя. Мы знаем, что произошло с Ноем и с его ближайшими родственниками. И при этом мы с вами должны понимать, что только лишь потому, что Бог не даровал людям формальный закон, вот в этот временной отрезок от Адама до Моисея, это не означает, что Бог не открывал себя людям и не являл себя. Людям было даровано откровение о Боге. И кроме того, когда вы читаете книгу «Бытие», то вы видите, что Бог обращался к определенным людям. Мы читаем о том, что ангел Господень борется с Иаковом. Не следует полагать, что закон — это единственное откровение, которое было дано Богом человеку. Бог открывал себя разным людям. Да, Клиренс, пожалуйста. Говорите ли вы в этом случае о том, что такие библейские персонажи, как патриархи, Моисей, вот все они после своей смерти, физической смерти, оказались в месте, которое называется Гадес? Нет, я полагаю, что все они находятся в Божьем присутствии. Вот посмотрите на то, что мы читаем в Писании, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Поэтому Авраам спасен так же, как и вы и я». Но ведь он не мог услышать Евангелие. Да, если речь идет о той евангельской вести, которую мы с вами услышали. Бог не открыл о себе в то время столько, сколько явлено нам, но это не означает, что Бог вообще ничего о себе людям не открывал, и что Он не сообщил людям ничего о том, как угодить Ему. Вот посмотрите, в законе Моисея вы не найдете ни единого упоминания об Иисусе из Назарета. Однако в нем говорится о том, как относиться ко греху и как оставаться в правильном положении перед Богом. И люди, которые верили Богу, они были послушны тому, что находили в законе Моисеева. И тем самым они находились в правильном положении перед Богом. И мы вскоре с вами перейдем к изучению доктрины о спасении. Но раз уже сейчас мы подняли этот вопрос, то позвольте мне сказать следующее. Очень-очень важно помнить и знать о цели и предназначении закона Моисеева, потому что очень многие люди не понимают, зачем же был дан этот закон и зачем необходимо было его соблюдать. И понятно, что большинство таких людей проживают в Израиле. Они полагают, что исполнение закона — это путь к спасению. Закон Моисея не был дан для того, чтобы спасти кого бы то ни было. Он был дан для того, чтобы урегулировать поведение тех, кто уже был спасен, так как уповал на Бога.
Вы помните о том, что Бог говорил через так называемых «малых пророков», а также и через «больших пророков»? «Мне отвратительны ваши жертвы. Вы все это делаете, но сердце ваше далеко от меня». Вы понимаете, что во всей истории, во всем Писании, есть только один путь к спасению. Спасение возможно лишь только по благодати, через веру. Веру в то, что Бог уже открыл человеку на тот период в истории, в который ему выпало жить. И самое важное, если взаимоотношения с Богом, закон Моисея говорит о том, как следует жить на земле, обретя спасение. Если использовать терминологию Нового Завета в общении с Богом, и в итоге все это может привести вас к самой лучшей жизни, которая только возможна. Вот посмотрите, если вы полагаете, что закон Моисея был дан, чтобы через исполнение закона люди обрели спасение, то тогда можно говорить о том, что заповеди Христа в Новом Завете также были даны для того, чтобы мы, исполняя их, обрели спасение. Но нет, нет, нет. Заповеди Христа были даны не как средство для спасения. Иисус Христос, Его жертва на кресте, наша вера в Него, вот это все приводит к спасению. Заповеди Христа говорят о том, как следует нам жить, будучи верующим. И эти заповеди также распространяются и на неверующих, несмотря даже на то, что они их игнорируют. Они все равно призваны их исполнять. Точно так же, как они призваны принять жертву Иисуса Христа, принять Евангелие. Хорошо, я думаю, этого достаточно. Да, пожалуйста. Я все-таки хотел прояснить еще раз вот такой момент. Вы сказали о том, что в Римлянам 5.14 не говорится о грехах, совершенных до рождения, но говорится о том, почему все умирали в тот временной период. И если я правильно вас понял, все эти люди умерли из-за того, что было совершено в Адаме, что было совершено до их рождения. В чем тогда разница? Нет, суть вот в чем. В 13 и 14 стихах поясняется и объясняется, как смерть перешла на всех людей в результате греха Адама. Вот те люди, которые считают, что в 13 и 14, особенно в 14 стихе, говорится о том, что люди совершили до своего рождения, считают, что 14 стих — это пояснение последней фразы 12 стиха, «Ибо в нем все согрешили». Но если не в этом цель 14 стиха, если цель в том, чтобы объяснить, как могло такое быть, что смерть перешла на всех людей, даже на тех, которые не согрешили при жизни, так как не было формальной заповеди, которую они могли нарушить. Ведь именно об этом пишет Павел, что люди совершали грех, но грех не менялся им, потому что не было закона. Поэтому если люди, жившие от Адама до Моисея, не нарушили формальной заповеди при жизни, то они не должны были умереть. Но они умерли. И как мы это можем объяснить? И мы объясняем это, указывая на то, что говорится в 12 стихе, а именно, что они, должно быть, согрешили в Адаме. И я говорю об этом потому, что это имеет прямое отношение к теме нашего обсуждения. Ведь именно в 12 стихе говорится о том, что люди совершают до своего рождения. И написанное в 14 стихе можно связать с тем, что люди совершают до своего рождения, только в том случае, если вы считаете, что в 14 стихе объясняется последняя фраза 12 стиха. Но если в этом стихе объясняется последняя фраза 12 стиха, то же самое можно сказать и о 13 стихе. Но как 13 стих может быть связан с тем, что люди совершают до своего рождения? Там совсем о другом. Поэтому то, что мы с вами сказали относительно 13 стиха, о людях, живших от Адама до Моисея. Мы с вами сказали, что в этом стихе говорится не о том, что люди совершают до своего рождения, и речь здесь идет о другом. Что ж, неужели Павел перешел на другую тему? Нет. В 13 и 14 стихе он предлагает объяснение,
Почему представляется справедливым, что люди, которые никогда не нарушали формальный закон, умирают? И это справедливо, потому что они каким-то образом присутствовали в Адаме, когда Адам совершил первый грех, и этот грех был вменен им. И я думаю, вы понимаете, почему мы обо всем этом говорим. Ведь если аргумент сторонников теории представительства Адама верен, то тогда не остается никаких шансов для сторонников теории присутствия в семени Адама. И еще один момент, о котором я хотел бы упомянуть. Вне зависимости от того, какая существует связь между стихами с 12 по 14 и этим аргументом, все-таки эти стихи в послании к римлянам с 12 стиха 5 главы — это ключевые стихи доктрине о вменении греха Адама. Поэтому для нас очень важно понимать, о чем же в них говорится. И самые сложные стихи — это с 13 по 14. Поэтому об этом стоит говорить хотя бы потому, что благодаря этому мы вникли и разобрались, о чем же говорится в этих стихах, стихах с 12 по 14. Стихи с 15 и далее проще для понимания. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.